Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед от немецкой компании «Бергамон». Модель называется «Ревокс 26». В аббревиатуре «Ревокс 26» это означает модель «Ревокс 26» — это размер колеса, 26 дюймов размер колеса. Данный велосипед выпускается в размере рамы XS и S. Это велосипеды для подростков, которые уже хотят кататься на больших колесах. Описание следующее. У велосипеда, конечно, горные покрышки для езды по пересеченной местности и по городу. Центральная часть идет непрерывная кубиков, но большой протектор кубиков по бокам дает возможность легко кататься по пересеченной местности. Обода здесь идут алюминиевые, двойные. Колеса крепятся при помощи легкосъемных эксцентриков. Это легко при транспортировке. Вилка от компании Santur M3030, которая имеет ход 70 мм и регулировку предлоу. Тем самым этой регулировкой можно изменить ход вилки на 2 см сжать пружину. Велосипеда тормозная система, как мы видим, V-брейки, но у этого велосипеда есть еще возможность задние тормоза изменить и поставить уже гидравлические тормоза. Это мы потом покажем. Рулевая здесь идет полуинтегрированная подшипниками, усиленная, хорошая. Руль идет гидроформированный по центру, такой более дутый, по бокам, к краям уже сужается. Ну и, естественно, сам руль крепится при помощи такой облегченной пластины. Тормозные системы механические и переключение рево-шифты. Это удобно, нечего задумываться. Ну и в подростковых велосипедах это нормальное явление, потому что рука постоянно должна контролировать руль. И это принцип европейский. Для подростков такие ручки переключения. Велосипед сам имеет черную краску с красными буквами и бирюзовыми вставками. Красивый, симпотный велосипед 2018 года. Комплектуется шатунами Shimano от компании Shimano с соотношением зубьев 22-32-42 и пластиковый щиток на шатунах. Передний переключатель турне довольно-таки нормальный, ничего лишнего, с верхней подводкой. Задний переключатель уже турне на 7 скоростей, это 300-й. У велосипеда, как я говорил, тормозная система механическая, V-брейки, но у рамы есть специально здесь возможность, отверстие, которое позволяет установить задний уже механический гидравлический тормоз, тормоз дисковый. Поэтому велосипед можно интерпретировать со временем. Ниппель у велосипеда под автомобильный насос, толстый, легко накачивать при помощи любого автомобильного насоса. Также у велосипеда хорошая мягкая сидушка. Сам велосипед весит 13 300. Мы взвешивались на своих весах. Это наше гарантированно, то, что мы взвешивали. Также велосипед рассчитан на подростков, у которых рост 1,35 м приблизительно. Но более детально, конечно, это всегда, когда вы присядете, позволите ребенку посидеть. Расстояние от седла до пола мы видим 75. Ну, по сути дела, 74. 74, если расстояние от паха до пятки, это нормально будет. Но всегда нужно мерить. В некоторых ноги длиннее, поэтому, по сути дела, 72, расстояние от пятки до паха, никаких проблем, ну, можно без проблем кататься. Потому что сидушка мягкая, если он на носках будет стоять, никогда не будет проблем с ударами. Также у велосипеда пластиковые педали, как мы видим, ну, это нормально, хорошие педали. Если вас заинтересовал данный велосипед, всегда рады вам подсказать, помочь в выборе. Если вас заинтересовал наш видеообзор, пишите нам на канал YouTube, мы будем рады всегда вам ответить. До скорого!